Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня снова будем говорить о томатах, потому что от новичков приходит очень много вопросов по выращиванию томатов. Вот девушка или женщина, не знаю, не посмотрела возраст, Римма написала, почему в прошлом году у меня были красивые, сочные, зеленые томаты, хорошие кусты, но не было урожая. Сейчас поговорим об этом. Есть выражение «жирование томатов». Многие, наверное, слышали. Томаты жируют. Это когда у них толстый стебель, сочные зеленые листья, красивый куст, изумительный внешний вид, но почти нет плодов. И опытный садовод-огородник скажет, ваши томаты жируют. Что это значит? Это значит, томаты перекормлены. Вот я когда говорила, что вот такие, если желтые слабые томатики, то нужно подкормить азотными удобрениями, там мочевиной, например. Ну, это удобрение, азотосодержащее, должно быть у них всего один раз в жизни, весной, когда вы высадите, и когда им нужно чуть-чуть помочь нарастить листву и приобретала, чтобы она зеленый цвет. Больше азотосодержащими удобрениями подкармливать томаты нельзя весь период. Дальше они им будут вредить. Они будут наращивать зеленую массу, будет утолщаться стебель, они пойдут в рост, но в ущерб урожаю. Вот смотрите, у меня тоже зеленые такие массивные кусты, красивые зеленые, но у них много цветов, и они активно образуют зависть. Поэтому про мои томаты я не могу сказать, что они жируют. Они вот уже первая кисть образовалась вот на каждом кусту. У них просто характеристика вот этого сорта такая, что крупные зеленые листья. Но если бы у меня была только красивая вот такая зеленая листва, вот тоже видите, толстые красивые зеленые листья, но зависть уже висит. Если бы у меня не было зависти, цветы бы цвели и не было помидор. Тогда бы я поняла, что мои томаты жируют, и я начала бы предпринимать меры, как бороться с жированием. Посадить томаты на диету. Не поливать 7-10 дней, потому что одной из причин жирования – неправильный режим полива. После высадки томатов первую неделю вообще их не рекомендуется поливать. Поливать только через 7-10 дней, и то не переливать. Частые многократные поливы приводят к нарушению корневой системы и к образованию надземной части томатов в ущерб урожая. Садим на диету, полив прекращаем на 70 дней. И притормозить рост можно удобрением суперфосфат. 2 столовые ложки разводите на ведро воды и по 1 литру под корень каждого растения. Это удобрение у нас затормаживает рост надземной части растения. Когда я показывала, как я высаживаю томаты, у меня одна женщина или девушка задала вопрос, а удобрение суперфосфат можно добавлять в лунку томатов при высадке? Я сказала, что нет, нужно комплексное удобрение. Но вот в случае, если вы высаживаете рассаду томатов и уже подозреваете по внешнему виду, что она у вас жирует, перекормленная, тогда в луночку можно сразу добавить суперфосфат. Но вообще суперфосфат не надо добавлять, пока вы не будете уверены, что она у вас как жирует и не завязывает зависть. Когда оно жирует у вас растение, нужно, опять я говорю про опыление, помогать опылять. Обязательно постукивать, чтобы пыльца перемещалась и опылялась. Вот. Основное, подытожим, если ваши томаты жируют, садим на диету, меньше поливаем, не подкармливаем ни навозом, ни перегноем, никакими азотосодержащими, притормаживаем суперфосфатом, и для того, чтобы оно завязывалось, начинаем помогать опыляться. Юрий задал вопрос, почему скрученные листья, я еще спросила, только на ночь или постоянно, ой, только на день, ночью раскручиваются. Потому что бывает, во время жары скручиваются днем листья томатов, это нормально.
Но ночью они опять разворачиваются. Когда он написал, что постоянно скрученные листья, это тоже один из признаков жирования. Но жирование не всегда от избытка удобрений. Я еще раз повторяю, это может быть избыток полива. Они много пьют, начинают жировать, надземная часть разрастается от избытка влаги. И бывает, что скручиваются листья, и листья скручены и днем, и ночью. Прекращайте полив, садите на диету, может быть, листья не будут скручиваться. Обо всех своих посадках, о способах высадки, о подкормках я рассказываю на своей странице в Одноклассниках. Кого интересуют вот такие нюансы, всякие подробности выращивания томата, перца, баклажан, заходите на мою страницу в Одноклассниках, набирайте Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Все, до свидания. Надеюсь, вот этот видеоролик, я быстренько рассказала, поможет тем, у кого томаты жируют в ущерб урожая. Потому что нам не нужен зеленый куст, нам нужны вот такие плоды. У кого жируют томаты, садите их на диету. Полив сокращаем, подкармливаем суперфосфатом. Никакого азота весь период. Азот им больше не нужен. Все. До свидания.